Это очень серьезная тема. И, конечно же, мы должны максимально ужесточать контроль над передвижением иностранных вообще лиц и граждан по нашей стране. Потому что бесконтрольное перемещение, как сейчас, сотен тысяч людей совершенно разных, как правило, низкого уровня развития, низкого уровня квалификации, как бы это просто бардак чистой воды. Ни в одной стране мира цивилизованной такого нет. Вот, поэтому я думаю, что перегнуть здесь невозможно. Уже 20 лет назад нужно было решать эту проблему. За нее взялись только сейчас. И сейчас методом пробы и ошибок мы все-таки до цивилизации, я надеюсь, дойдем. Вот. Но то, что творится сейчас, это, конечно, полный бардак. И это абсолютно нужно просто разрулить как можно скорее, любыми способами. Нас не должны волновать проблемы мигрантов. Нас должны волновать проблемы наших граждан, связанные особенно с этими бесконтрольными толпами мигрантов в нашей стране.